Всем большой привет и добро пожаловать в мое новое видео. И сегодня я хотела поделиться с вами, как загружать в Инстаграм несколько работ, объединяя их в одну композицию. Итак, мы находимся на моем Инстаграме, и у меня были такие публикации, когда я делала, допустим, вот баннер или вот баннер. Или вот такой баннер. Сегодня в видео я вам покажу, как я их делала. Работать могу в программе Adobe Illustrator. Итак, у нас, как видите, 5 монтажных областей. То есть каждый квадратик это монтажная область. Как я их могу создавать? С помощью пробела я перемещаюсь. Допустим, вот видите, я зажимаю Shift, и он у меня ровным квадратом становится. Также вот здесь я могу установить ему нужный размер. В принципе, это не важно, какой будет размер, потому что сохранить растер мы будем в любом размере. Далее зажимаю Alt, и, допустим, Shift. И я могу сделать себе столько монтажных областей, сколько мне надо. Итак, я себе сделала здесь 4. Но также можно сделать и 6. Допустим, вот здесь я использовала 6. А здесь у меня тоже 6. Можно использовать на 9. То есть, в принципе, хоть на всю ленту, хоть вообще очень много. То есть можно использовать абсолютно любое количество. Главное добавлять всегда по 3 картинки. Да? То есть потом в будущем, когда у вас будут какие-то новые уже публикации, главное добавлять всегда по 3, чтобы оно сохраняло общий рисунок. Итак, в принципе, все понятно, да? То есть мы ставим картинку, и она сохраняется по кусочкам, такими пазликами, да? Так, допустим, у нас немножко затянулось с самой графикой. Допустим, мы что-то такое нарисовали, да, вот именно на 3. Теперь давайте сохраним наши 3 баннера. Заходим в файл, экспорт для экрана. Итак, выбираем те части, которые нам необходимо сохранить. У нас много монтажных областей, надо нам только эти. И выбираем, допустим, 700. Да, это у нас ширина. Так, у нас квадратик. Выбрали папку. Создать под папку. Все, делаем экспорт. Так, вот наши файлики. Ну и давайте их пронумеруем. Получается, вот это у нас будет, мы загружать их будем. Вот это мы будем загружать первым. Вот этот мы будем загружать вторым. Вот этот мы будем загружать на самом деле третьим. То есть мы будем загружать их все с конца, получается. То есть получается первый, второй и третий.